Что в ней такого особенного? Она ощущает себя богиней, она спокойна, гармонична, и ее внутреннее сияние действует на всех завораживающе. Она королева, она богиня, она звезда. Кстати, если вы заглянете к ней в паспорт, то будете приятно удивлены. Как стать такой же самодостаточной, уверенной, наполненной красотой и внутренней силой? Вот об этом и пойдет наш разговор, дорогие мои. Она входит в комнату, и все взгляды прикованы к ней. Что в ней такого особенного? Она ощущает себя богиней, она спокойна и гармонична, и ее внутреннее сияние действует на всех завораживающе. Она королева, она звезда. Кстати, если вы заглянете к ней в паспорт, то будете приятно удивлены. Как стать такой же самодостаточной, уверенной, наполненной красотой и внутренней силой? Вот об этом и пойдет наш сегодняшний разговор, дорогие мои. Если вы излучаете счастье и радость, то тем самым вы привлекаете в свою жизнь все, что доставляет вам наслаждение и счастье. Это самый быстрый способ привлечь благополучие, изобилие и все, о чем вы мечтаете. Be and feel happy now. Вы должны излучать то, что хотите привлечь в свою жизнь, и в этом секрет. Если вы чем-то недовольны, перепишите сценарий своей жизни. Дорогие мои, помните, если вы будете выглядеть счастливыми и довольными, независимо, ощущаете вы себя таковыми или нет, это состояние постепенно станет для вас привычным и естественным. Многие думают, а вот когда они получат желанную квартиру или работу, вот тогда они будут счастливы и изо всех сил стремятся достичь чего-то большего, не замечая маленьких побед. Thank you.
если вы излучаете счастье и радость, то тем самым вы привлекаете в свою жизнь все, что доставляет вам наслаждение и счастье. Это самый быстрый способ привлечь благополучие, изобилие и все, о чем вы мечтаете. Be and feel happy now. Вы должны излучать то, что хотите привлечь в свою жизнь. В этом секрет. Если вы чем-то недовольны,